Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас новогодний выпуск. Сегодня 31 декабря 2023 года. Так сказать, последние часики проходят. Сейчас мы снимемся, сразу смонтируем и выложим наше чудесное видео. Так что, ребята, в обзоре-то сегодня у нас будет такой праздничный рис, самозапаривающийся от фирмы Хай. Вот, очередная коллекция у нас самоваров. Так сказать. Так, ну у них стандартная банка, только в лапше на квадратной, а здесь круглая. Тоже вот отверстие. Ну помните, да, все это как делать. Так, что мы имеем? Рис. Увесисто. Здесь, скорее всего, овощи сушеные. Такая вот ложка-вилка идет в комплекте. Хорошего качества. Вот. Ну, соответственно, сама чашка. И вот это. Мясная основа. У нас это рис идет с говядиной и овощами. Там у них различные вкусы. Нам вот достался вот этот. Хотя мы заказывали карри, курицу, но Wildberries распорядился иначе. Но вот разогревательный элемент, который в пищу употреблять не нужно. Это мы все помним. Поэтому стандартная, скажем, схема производства. Кто знает, да, как работать. То есть заливаем воду, кидаем, усыпаем сюда все добро. Ставим, закрываем, и оно варится. Итак, братва, начнем мы с нашего самого основного блюда. Смотрите, здесь секция разделена на две части. В одну мы будем высыпать рис. Есть подробная инструкция на упаковке, так что не парьтесь. Ах, пахнет рисом. Действительно, рис. Такая немаленькая, скажем так, порция. Смотрите, овощи сыпем в рис. Состав овощей у нас здесь кукуруза и сушеный лук. И тут еще что-то мило. А, морковка. Вот, все. Тут все скромненько, все понятно. Ну и теперь основное блюдо, это само мясо будет. Аккуратно скрываем. Пахнет мясом. Присутствует запах вот этой вот приправы, характерной для именно самоваров. Так, братва, выложили мы. И теперь смотрите, интересный момент. Здесь вот и где у вас рис насыпан. Есть ватерлиния, соответственно, водичку сюда наливаем. И все. Теперь у нас остается, ну, разогревательный элемент, который мы кидаем. Здесь тоже есть ватерлиния. Мы ее заполняем. И все, будем ждать. Там 15 минут. Все, заливаем. Еще раз напоминаю, будьте аккуратны, пар очень горячий, не обожгитесь. Все, сейчас начнется химический процесс. Ждать не обязательно. Вставляем все это добро. Вот. И закрываем. Ждем 15 минут. Итак, ребята, слабенький какой-то огонь. Хочу вас поздравить с Новым годом наступающим, пожелать вам самое главное мирного неба над головой. Особенно хочу поздравить наш чудесный магазин Азия Хаус. Ребята, благодаря вам существует мой канал. Спасибо вам большое за поставку, так сказать, вкусного всего этого. Своих друзей и близких. Ребята, всем здоровья, счастья, побольше денег. И не таких вот паршивых бенгальских огней. Что-то продали мне какую-то ерунду. Ну да ладно. Хочу также пожелать здоровья всем своим сослуживцам. Ребята, я с вами. Выпуск сегодня вам закину. Не получилось яркого, успешного видео. Ладно, самое главное, говорю, ребята, мира над головой и здоровья. Поэтому я выпью за вас не игристое, а этот чудесный солодовый напиток, который отлично утоляет жажду. Кайф. Хорошо, хоть пиво на столе есть. Итак, вскрываем наше добро.
Что могу сказать? Все отлично проварилось. По времени можете не засекать, то есть у вас элемент, когда перестанет шипеть, уже все. Тогда можете приступать, собственно, к кушаньям новогодним. Так, ну попробуем рис. Рис не соленый, но качественный. Стандартный рис, ничего особенного, не какая-то химия, подделка. Что мы имеем? Ой, ну тут мясо с овощами, чтобы вы понимали, это кусок морковки. Да, морковка нормальная. Мясо говядина, острое, наверное, тогда доширак красный. То есть, в принципе, скушать может каждый. Хотя нет, не как доширак красный. Чуть-чуть острее, но, мне кажется, терпимо. Ну, собственно, нужно теперь это все добро смешать, потому что соус и мясо не просолены нормально. И все, можете кушать. Очень вкусно. Итак, что могу сказать в целом? Рис лучше лапши, вкуснее. Хотя стоит гораздо дешевле. Лапша стоит там подрубас, да, ну там 750, можно найти 800, а то и 1000. Рис где-то 430-450 рублей. Насколько я знаю, всего 6 вкусов, мы их все купим, потому что, ну, реально вкусно, и, ну, тут порция хорошая, и без всяких, знаете, вот как в лапше, там, сандал, там, еще там всякой ерунды понаделали. Здесь все просто. Мясо, морковка, лук и кукуруза, и рис, все. Все четенько смешивайте, вкусно очень, реально рекомендую. Относительно за небольшие деньги для самовара, это действительно качественный продукт. Так что, ребята, рекомендую. Новый год, видите, не оливье ем, а свои любимые бомжи. Так, ребята, еще раз поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. Ну и всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в новом году. Пока.